Всем привет! 2 сентября 2018 года я загрузил на свой канал YouTube видео на тему, как быстро, по-простому, без особых усилий можно заработать 1 рубль в интернете. Сегодня я решил почитать комментарии о том, что думают люди, и наткнулся на такой комментарий. А сейчас работает? То есть человек спрашивает, работает ли на сегодняшний день данный сайт. И я так понимаю, человеку было бы интересно узнать, идут ли до сих пор выплаты с данного проекта. Потому что ни для кого не секрет, что в интернете очень много проектов открывается, и также быстро эти проекты закрываются. Именно поэтому я решил записать это видео и ответить человеку на его вопрос. Работает ли сегодня сайт, или все-таки же он перестал платить? Итак, переходим на сайт Visitbox. Для того, чтобы убедиться в том, что сайт платит, нам нужно перейти во вкладку «Основной баланс» и спуститься вниз сайта, где мы с вами найдем таблицу «История операций за последние 30 дней». Последняя выплата была 13 июля 2019 года в 9 утра. 1 рубль, да? 9 рубль 20, 6 июля 2019 года рубль 08, 5 июля рубль 56, 4 июля рубль 44, 3 июля рубль 52, 3 июля 4 рубля и так далее. Надеюсь, я ответил на данный вопрос. Напомню, вопрос был, работает ли сайт и платит он. Да, сайт работает, сайт платит. Возможно, для кого-то 1 рубль не такие уж огромные деньги, но на данном сайте есть партнерская программа. Если вы будете рекомендовать данный сайт своим друзьям, знакомым, может быть, незнакомым людям в интернете, с каждого заработанного рубля сайт готов вам платить по партнерской программе 50%. Дал ссылочку другу, он заработал рубль, тебе 50 копеек. Два друга, тебе рубль в день. Три друга, рубль 50. Четыре друга, 2 рубля. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В ответ я буду выкладывать полезные фишки по продвижению вашего бизнеса в интернет. И также записывать ролики на тему, как же можно сегодня зарабатывать в интернете.